такой вид с палатки. Сейчас мы уже собираемся. Палатку начали разбирать. Вот там уже подумывает о завтраке. Ну, как всегда, все разбросано. Тут сушили вещи. Но они не особо высохли, так что придется одевать все мокрое и фигачить снова по воде. Вот оно и солнышко утреннее заглядывает к нам. Второй день похода. Завтракаем и неспешно собираемся. Это местечко у водопадика нам очень и очень понравилось. Спускаемся с русла, в котором ночевали, и выходим в другое на подъем. Началось. Проходим завал. Такой вот насыпь. В общем, не получается тут с рюкзаками проползти под... Вот это бревно мешает, не помещаемся под рюкзаками. Решили рюкзаки снимать, подавать, проходить. Тут еще бревно такое, что в любой момент упасть может. Это стрёмное местечко. Конечно, снимаю не так уж много. В постоянном, когда напряжение, как-то не особо до съема. Только что поднялись на один водопад, и тут же нам следующий. Вот так и идем. Без перерыва. Подъем, 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 подъем по водопадам. Ванночка. На самом деле, по многим водопадам, даже достаточно высоким, Макс и Жека легко сбегают с рюкзаками. Но я не рискую. И снова вперед. Нас многие сочтут странными. Зачем вам это? Спросят они. Все эти преодоления, трудности, подъемы, грязь и сырость. А я и не смогу дать четкого ответа. Хотя нет. Есть более чем четкий ответ. Хочется. Именно хочется. Когда идешь, вроде трудно. Конечно же, устаешь, иной раз злишься, иной раз нервничаешь, иной раз падаешь отдохнуть. Но потом... Всегда встаешь и снова идешь. И не просто идешь, а еще и получаешь мощное удовольствие. От всех этих преодолений, от работы мышц, когда на грани, кажется, вот-вот откажут. От бешеной работы сердца, от шума ручья, от руки товарища, что тянется навстречу, от шуток, которые рождаются во время усталости и кажутся такими дико смешными, что начинаешь хохотать, как бешеная, складываясь пополам. А потом пьешь воду. Потеешь, снова идешь и радуешься солнцу, что пробивается сквозь толщу лесной зелени. Это поход, ребята. Он полон всего. Самых разных чувств и эмоций.
мельничные ущелья, вот эти все водопады и так далее. И не знаешь, что красивее. Ну да, их очень много, все разные и все красивые. Надо просто записывать, делать обзоры такие хитрые, да, там? Да. Это песни такие. Да, там Жека полезет. Ну, в принципе, вот тут без веревки мы прошли, нормально. Тут без рюкзаков тут вообще замечательно. Но с рюкзаками, конечно, сложнее дело идет. Самое интересное только начинается. Ну да. Это была тренировка. Вода со скалы сочится повсюду. Можно даже набрать водички. Хотя у нас пока еще есть. А тут вообще вода льется потоком со скалы. Ну, иди здесь, вода. Да, сейчас пойду. А тут вот такой свеженький завал. Деревья упали и преградили полностью русло реки. И полностью мы пройти не сможем. Ну, мы сейчас будем пытаться. Там еще водопадик. Да, сразу деревья и водопадик. Фух. Я говорю, сплошное преодоление. Весь путь. Ну, у тебя просто внимание уже сейчас полностью работает. Ну, может быть. Процесс выглядит примерно так. Продирание через свежие заросли. Ладно, сейчас я пойду. Да, экшен камеры не хватает. Видишь? Ну как, ты пролет, значит, я пролет не хватает. Да. Видишь, ты не хватает. Да, я вижу. Теперь Жека ломится. Он меня снимал, вернее, нас с Максом. Без кем-то это просто прыщики, а не водопады. Да, водопадовый рай. Вот сейчас вот всегда, чем выше поднимаемся, тем водопадов больше и круче они становятся.
Как правило, это во всех ущельях так. Но тут, похоже, опять придется рюкзаки снимать, веревку доставать. А веревку тогда как? Рюкзаки от себя поднять нужно будет. Сейчас продумываем стратегию подъема. Вот так у каждого водопада останавливаемся и продумываем стратегию подъема. Ну, где-то продумываем, где-то сразу очевидно, как пройти. Ну, это видно, что с рюкзаками не забежать. Давай, пошли. Опа, пошел. Бля. Ай, бутылкой зацепился за ветку. Так, все. О, пошел. Фу. Вот, зажали его таким. Угу. Вот, так все, такое, что получится открутить даже. Ну, все, открутил, но на камеру это как-то не удастся. Ну, где там есть? Покажи, где ключ. Вот он. Да, у меня этот бум. Где он? Да вот он. Вот он. Все, выкрутили. Готов? Давай. Оп! Оп! Давай. Оп! Проги. Лучше бы помог кто, а? Придавил бы. Вот это вот придавить надо. Нитку. Палочкой или чем-то. Сейчас, погодь. А потом выходишь к очередной такой штуке и говоришь, короче, опять доставать веревки, опять ползти. Капец. Устали. Ну да, как будто стена. А ведь не стена же. Ущелье дикое. Мы все идем и идем. Да, прикольно. Вот так идем. Шли, шли и чувствуем, просто очень хотим кушать. Но все-таки нагрузка такая нехилая. Закипело почти. Вот даже супчика решили приготовить. Закипело. Все-таки завтрак там пара бутеров и все. Шли где-то часа 4. Прошли, я не знаю, наверное, скорость по 0,5 км/ч. Вот такая скорость. Так выглядят штаны после прохождения водопада. Вот такая, значит, мала, как свинья. А, кстати, вот это
хочу показать отдельно. Попросила Макса купить мне перчаточки, а он решил с меня постебаться. И купил мне розовые перчатки. Я теперь хожу в гламурных перчаточках, понимаете ли. Нечем брутальненькие какие-нибудь там. Все, в розовом. Думаешь, брутально? Да. Мне вообще это напоминает освежеванное мясо какое-то, да? Вот все, в розовом теперь я. Ну, супчик закипел. Что-то хочется вот супчика прям вот прям. Ну, что-то еще есть, конечно, сухофрукты, орешки, но хочется чего-то вот. Выключить подкаменство. Да, такого существенного более. Оттуда пришли. Думаем, куда дальше идти. Куда ни посмотри, везде какая-то... По-моему, здесь будет более пологая. Везде какая-то фигня. Посмотри, где люди, где орут, пролезть, более такие. Про какую говоришь? Фу. Про это говоришь? Честно. Про это? Или пологая? Уже устали, как собаки. Да? Или кто там устает сильнее всего? Последний? Это ягоды, походу. Осталось 300 метров до верха. И какие-то орехи. Орехи. Шкарлупки. И так и крутит там. Прикольно. Какие грибочки? Хочешь, чтобы я убил его? Не, не хочу. Ну, дотянулся я до него. Вот такой гриб. Ну, это для контраста. А тут еще. Вон тебе для контраста. Вау. Эти красивые. И еще. Вау. Это, наверное, снизу просто так же. Вау. И дорогу сними, что мы будем превозмогать, Данюх. Дорогу сними для превозмогания. Да. Вот так мы превозмогаем, ребята. Да, раньше мы это называли преодолением. Ну тут слово запущено превозмогание. Будем превозмогать сейчас. Усиленно. И вот дальше. Такая дорога. Ну-ка, Макс, покажи для этого соразмерности. И вода закончилась. Да, хватит. Вода закончилась, сухо, жарко. Потеем, грязные, я не знаю, как кто. И ломим, как три лосяры. Вот так идем. Ну, сами посмотрите. Дороги не то, что нет. А даже намеков никаких. Сними меня, и сразу все понятно. Глаза впустят. И потный. Да, пот вообще стекает. Мы теперь грязные, как черти. Фу. Где-то Макс уже чуть прошел 2 метра, его уже не видно. А. Фу. Где ты там? Капец, короче. Ай, блин, опять я за рюкзаком за эти ветки. Фух, как полезешь. Вот такие выходы из русела рек. Вода кончается, и потом вот такое, оно узкое становится, заросшее. Вообще, никаких намеков даже на прохождение. Просто лезешь напрямую. Ура, похоже, мы скоро выедем. Видно свет в конце туннеля. Фух. О чем хочу сказать. 2 дня шли по руслам рек. Ни одного следа человека, ни одной банки, ни одного фантика, вообще признаков людей не было. Ни следов, ни мусора, ничего. Ну вот началось. Вот. Все, выползли. Выползли. Мы 2 дня и шли. Кожина. Да, и тут еще крапива. Колючки, глянь какие. Да, колючки, кстати, страшные. И мухи сразу. В общем, попали. Это. 2 дня мы шли в тени. Солнца не видели, а тут оно такое солнечное. Что прямо даже страшно выходить. Мы как вампиры. Ну что, включаем ориентацию? Давай. Тогда давайте снимем рюкзаки. После подъема по руслу наш ходовой день закончился. Мы еще долго шли под палящими лучами жаркого солнца, и нас ждала ночевка в весьма мрачном месте. Так что продолжение следует.